Встречайте! Игра, наглядно показывающая разницу между Ctrl-C и Ctrl-X. Игра, после которой на уме будет только одно слово. Глубоко. О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж, конец мой был предопределен сначала. С самого начала. Ваше имя Саймон Джарретт. Вы проживаете обычную жизнь, занимаясь самыми обычными делами, но после недавней автомобильной аварии у вас начались конкретные беды с башкой. Вы соглашаетесь на сканирование и создание компьютерной копии своего мозга в надежде продлить свое бренное существование. Казалось бы, что может пойти не так? Добро пожаловать в Восторг! То есть подводный исследовательский комплекс Патос-2. Место, демонстрирующее морскую фауну во всей своей красе. Рыбы, роботы-грубияны. Извращение из хентая. На своем пути вам придется посетить множество мест. Все от электростанции метро до психушки и... Ох, зря я туда полез. Ковчег. Суперкомпьютер с виртуальной симуляцией жизни. Последний отпечаток истории человечества во Вселенной. Найти и запустить его в космос. Миссия, выполнить которую выпала вам и местный ГЛАДАС. Вашему личному тамагочи Кэтрин Чан. Также преодолеть этот путь от начала и до конца поможет ваше новое тело, имеющее неоспоримые плюсы. Бесконечная выносливость, встроенный в череп фонарик и возможность изменить свой облик. А почему? Нью. Искусственный интеллект, преследующий одну единственную цель – сохранить жизнь. Любой ценой и в любой форме. Вашим препятствием на пути к звездам будет именно он. И его создание. О, испугался, не бойся. Не понял. Вот это мое невезучее место. Когда здесь 140 пролетаешь... Я тебя захуярю. В ролях. Лучшая 2D Тиан. Единственный зритель. 2 ядра, 3 гига, игровая видеокарта. Лобанов. Я каменщик, работаю 3 дня. Я робот, долбоёб. Кэтрин? Please don't leave me alone. Кэтрин? Кэтрин?